Вот папоротник. Полутень нужна ему. Я его на солнце жарила, он меня мучился. А теперь вот принялся, вот пошел расти. Агрикола, вот поливайте агриколу, если видите, что растение ваше такое хилое, слабое. Агрикола удобрение продается в ленте, в пакетиках. Вот на 10 литров воды я вам показывала агриколу эту. Желтые пакетики. 25 рублей пакетик стоит. Вот заходите, где там удобрения, где там для сада, огорода все. И они на самом верху в коробочке лежат, не каждый их увидит. Именно название ищите агрикола. Сыпучая такая, в порошке в таком вот. Высыпаете в емкость, в ведро, вот обычное ведро 10-литровое. Размешали и в емкость наливаете, с которой вы поливаете цветы, и поливаете. И красота. Вот розам что-то перекись водорода не очень пошла. Я вот брызгала, брызгала. Какие-то листики, то ли на солнце они так горят, я не пойму. Вот пришлось, видите, даже обрезать растения. Вот. В общем-то, в принципе, такую вот листву старую я убрала. Вот. Вот такой остался у меня. Редкий такой кустарник он совсем. Раньше не было видно через него улицу, а сейчас просвечивается весь вот. Вот красавица меня уколола. Шипы, гляньте, какие. Видите, шипы, вот болит пальчик теперь. Где вот эти шипы, сейчас покажу. Вот это розы. Вот они какие колючие. Вот они, видите, шипы. Довольно-таки опасное растение. Вот, красивое, да. Но шипы не такие, прям они шутят с вами. Впивается, будь здоров. И ломается шип внутри, вот что опасно. Вот какой-то кончик у меня там сломался. Он припух, палец вообще. Опух как. Надо, наверное, к врачу идти. В больницу придется топать мне сегодня. Что-то я надавила его там, раздавила все это. Хотела выдавить. Только хуже сделала. Еще зеленкой прижгу, попробую до черна. Буду переживать сегодня. Если что, пойду к врачу завтра. Завтра понедельник с утра тогда. Так, ладно. Это вот мята. Что-то не особо она у меня принимается. Как-то вяло вообще растет. И петрушка. Вот вроде бы и полив такой осуществляю активный. А что-то так прямо медленно. Это у меня незабудки. Вот они принялись. Вот они незабудочки. Вот красавица. Посажу их потом на улице. Будут они у меня расти там. Так, а может быть дома будут расти. Посмотрим. Вот тоже, наверное, незабудки. Вот они, да. Какие-то вот сажала всякие разные незабудки. Так. Это у меня бегония зашла. Вот она. Такая борется-борется за жизнь. Вот. Короче, такие вот дела. Вот такой у меня розовый куст. Вот он сейчас, чтобы не уколоться еще раз. Сейчас вам покажу. Смотрите, красавец какой, пахнет. Это вкуснятина просто. Как он пахнет вкусно. Роза с шиповником, вот, смесь. Такая вот, гибрид такой. Так. Вот видите, какая красавица. Желтые розы. Как я люблю эти желтые цветы. Просто обожаю. Вот. О, наклонилась сюда. Гляньте, как стало. Прямо стоит. О, как веточка. Не падает, а стоит вот так. Ну-ка. Какая красавица у меня. Сейчас я сейчас сюда попробую разверну, покажу вам. Как красиво. Видите? О, соцветия какие. Необыкновенные, да? Полюбуйтесь вместе со мной на красоту эту. Красота. Так все спокойно, солнышко спряталось уже за дом. Вот уже закат такой у нас тут. Уже вон там вот остатки роскоши солнечной. Видите как. Красота. Еще один день стал прошлым днем. Становится нашим прошлым.
Вот сегодня я все каждый раз говорю, вот сейчас я быстренько поухожу за растениями, пойду заниматься другими делами. Не получается быстренько, увлекаешься настолько, что быстренько, но никак. Быстренько не получается. Все же с любовью, все хочется добротненько так сделать, основательно все. Листики все плохие убрать, обобрать, чтобы растение не болело, чтобы оно цвело, благоухало. Это ж труд, все такой труд. Вот. Что-то вот зашло у меня, вот я не знаю. Вот она луковица какая-то. Вот что это за растение какое-то, вот она, видите? Вот. Такое вот, в виде лука. Вот она, вот она. Вот что-то будет цветочек там, посмотрим, что это такое. И другие луковицы, вот они, оказывается, я стала их выкапывать, и они там корешки дали внизу, я даже не ожидала. Там такие корневые системы в этих луковицах. Вот, пожалуйста, перебаливала моя настурция, вот она вроде пошла в рост. Слава богу, начала расти. Вот этот приживается, вот этот вот красавчик. Так. Видите, вот он цветочек красивый какой. Че цветочек такой, лапненький такой. Маленький, да? Красивый. Сейчас покажу. Вот он. Весело у нас во дворе, многолюдно. Мне нравится. Я люблю наш двор. Такой шумный, веселый двор такой. Вот. Ночью он затихает, правда. Но ночью там бывает тоже у нас шумно. Но в основном классно. И днем, и ночью. И всякий вот прекрасный двор наш. Необыкновенно красивый двор наш. Детей много. Последние денечки летние наступают. Ребятня бедненькая прямо. Школу надо им. Ой, господи, учить урочки. Сентябрь обычно такой теплый, хороший, солнечный. Вот такие у меня цветочки, вот он, вот красавчик тоже. Редкие они уже такие, отцвело растение это. Цветочки редкие такие, на веточках. Но еще есть. Вот обычно 5 лепесточков, а у этого вот такой 3 лепесточка. Где тут он? Вот он такой. Так. Роза какая красивая, да? Красная. Гляньте, прямо бархатная. Вон, в листве я ее так сейчас покажу вам крупным планом. Вот она. Королевишня какая. Прелесть какая. Вот листики старые я пообрезала все. Но, видимо, периодически их надо, да, снимать. Потому что они забирают соки жизни все от растения. Вот. И нарастают тут же молоденькие листики. Вот они тут же прямо растут активно. Вот. И потом на них, видимо, появляются вот эти вот цветочные бутоны. Хотела листик снять. Не, не хочет отдавать. Так. Ножницами, конечно, надо было. Но, видимо, листик настолько еще хорош, что не надо было потрогать, конечно. Если листики сами прямо отдаются в руки. Говорят, отломай, оторви меня. Я сухой. Вот, которые обламываются, вот эти обламывайте, а остальные не надо, пусть растения их, как говорится, само потом отдаст вам, когда почувствует, что это надо сделать. Так, ну все, ожидали сегодня мы дождика, хорошо я хоть удобрениями полила растения, не все, конечно, частично полила, точки сегодня гуляли, ходили, но все как-то, все мимо-мимо, они пролились, они дождем у нас. К сожалению, я так жду дождь, потому что мне очень тяжело поливать
с третьего этажа. Завтра буду в компанию управляющую звонить. Вот, сантехник у нас Дима. Что он мне сказать? Сказал, буду думать, чем вам помочь с водой, как полив осуществлять. Так, о, красота какая. Видите, какая прелесть. Ну вот, начал расти. Вот розочки сейчас распустятся должны. Вот, тоже листики старые все пооборвала на них. Остались вот так несколько листиков. Вот хорошая растеница, какой рост пошло. Понравилось ему там на этом месте. Тянется к солнышку. Очень-очень даже хорошо. Хорошо, хорошо. Да-да-да, хорошо. Так. Купальник мой сушится, ну-ка, высох он. Да, почти что высох. Так, ну ладно, показала вам красоту, мимо сего. Вот, пойду заниматься дальше делами. Вот желтый коврик у меня, вот. Надо опять вытряхивать. Листва слетает. Очень маркий, конечно, но нарядный желтый коврик на балконе, на полу. Красиво, мне так нравится. Вот. Для ванны был так предназначен. Вот,